Вадим Йорич, я вітаю вас в нашому ефірі. За час що ми не бачились, дуже багато політичних подій відбулося в країні, але хочу почати саме з останніх. Я маю на увазі ось згоду, до якої дійшли депутати в Закарпатті. Ну тобто, що виборів не буде, і одночасно, майже там з різниці в декілька днів, відбулося затримання Петра Порошенка на кордоні, коли він намагався виїхати в іншу країну. Ось про. Що свідчать ось ці події? По-перше, чи будуть вибори, чи не будуть? Якщо не буде, навіщо тоді затримувати експрезидента? Тому що все-таки тут головний фігурант або потерпівший від от відкладування виборів не Порошенко, а генерал Залужний. Тому що, скоріше всього, буде так. Він буде в той чи інший спосіб відправлений в відставку. І для того, чтобы сразу он не окунулся в предвыборную и вообще политику, выборы переносятся. В расчете на то, что там, выборы через год, за год, который до договорных выборов, рейтинг у него посыпется, опустится, и он не станет конкурентом для многих нынешних политиков. Тимошенко, например, а тоже Порошенко, наверное. Ну, понятно. Действующий президент, потому что по опросам сегодня наибольшие рей рейтинговые политики это Зеленский и Зеленский. Это так, Вадим, Вадим Юрич, давайте, давайте так скажу, давайте, да. Тр... да, давайте все ж таки пояснить да. глядачам. То есть вы имеете в виду, что выборов все ж таки в 2024 году не будет? Нет, я не это имел в виду. Я имел в виду, в чем замысел? Ага. Вот этого пакта элит, антидемократического фактически, пакта элит, закулисного пакта, о нем мало кто знает. Он публично не обсуждался, этот договор. Так что там, кто договаривался, кто подписывал? Ну это слухи все. Нет, но четверг было и... оприлюднено в ЖЭЦе документ. Правильно, ну, угу. подождите, но опр... оприлюднено так. Но кто подписывал этот документ? Лидеры фракции. Так, лидеры Покажите фракции. мне. Ну хорошо, подписаны они. А почему это было в закрытом режиме? Почему это было за кулисами? Почему это было за сценой, а не на сцене? Такие вещи вообще-то с такими вещами не шутят. Потому что нам помогают Украине, помогают в войне, как демократическому государству, у которой работает у в котором действует выборная демократия, сменяемость элит, сменяемость власти. И как-то война – это защита демократических ценностей. Но также, если взять идеологическую подоплеку, вторжение России в Украину, многие говорят, что вот автократия, деспотия России вторгалась в демократическую Украину для того, чтобы уничтожить демократию в Украине. И поэтому надо защищать Украину. Весь мир, цивилизованный, должен защищать Украину, потому что Украина, воюющая демократия, она защищает европейские демократические ценности. А тут мы видим, что за кулисами, в тайне. Такая тайная дипломатия в стиле молотого Рибентропа, не дай бог еще. Так, и вдруг мы этот пакт, ни с того ни сего опубличивают этот пакт, что выборов не будет. Кто? А почему не будет? А Конституционный суд сказал на этот счет что-нибудь или нет? А Верховный суд сказал на этот счет что-нибудь? Кто такие политики, чтобы отменять или не отменять выборы? Они избраны народом. Они избраны народом. Им даны полномочия на определенный срок и не больше. Ось. Еще до срока. Термин Верховной Рады уже, э, э, как говорится, Правильно, термин еще в, пар, Верховной Рады еще в жовтне. В жовтне. Потом в марте термин, ну давайте так, в мае, 20 мая, была инаугурация президента в 2019 году. Да. Два, после 20 -го мая и президентская власть тоже может стать нелегитимной, по крайней мере будут об этом говорить. И что мы имеем? Нелегитимную власть, парламент, законодательную и исполнительную власть. Дела на фронте не очень хорошо идут, а это тоже не способствует укреплению власти. Итак, есть такая теория, геополитическая теория легитимности. Чем больше побед в войне, тем больше престиж, репутация и легитимность власти. Чем меньше побед и больше неудач военных, тем меньше легитимности. И что мы имеем? Что мы будем в этом с этим делать? Поэтому это, это первый момент. Второй момент, то, что они написали, это все, понимаете, можно выбросить эту бумагу, выбросить. Это они так хотят, а как будет, это мы не знаем. Но мы можем предполагать и можем спрогнозировать. Если дела на фронте будут идти плохо, если в экономике дела будут идти плохо, если помощь Украине будет уменьшаться, она уже уменьшается. Выбор – это единственный путь мягкой перезагрузки, перезапуска власти, ведения войны со всеми ее, скажем так, сложностями мобилизации, нормализации и так далее. Потому что в другом случае, если не будет выборов, то эту власть несут вместе с депутатами, которые в тайне от народа что-то там придумали, задумали и подписали. Понимаете, в чем дело? Поэтому тут может быть и так случится, что события сегодня так развиваются быстро, с такой стремительной скоростью, кстати говоря, не в очень позитивном направлении, что хочешь, не хочешь, а мусишь, как говорят, так? Придется идти на выборы для того, чтобы получить новый мандат доверия, новый кредит доверия избирателей и заниматься проблемами мира или войны. Но, скорее всего, мира. Потому что стоит вопрос, как остановить, как заморозить войну, как подписывать, не подписывать перемирие, на каких условиях. Потому что мы, как сказал вот на днях президент Зеленский, в четверг сказал, переходим в новую фазу войны. В оборону. Переходим к обороне. Будем в траншеи по всей линии фронта, как это было во Второй мировой войне. Опять-таки, так, вот ну... этот Ост, ОСТВАЛ, так называемая, Восточная стена, которую строили тоже во время войны. Вот она примерно на том же рубеже, на том же рубежах, который есть. Поэтому я буквально завершаю. То, что они не хотят выборов, это понятно. Никто не хочет выборов. Власть никогда не хочет выборов. Депутаты никогда не хотят выборов. Почему? Потому что надо будет уходить с кресел удобных. А может быть еще и на фронт придется идти. Кое-кому. Одно дело депутатом сидишь, так сказать. так, Ну, как же без депутата? А лишишься мандата, на фронт пойдешь. Легко же призывать идти на фронт. И воевать дальше с трибуны парламента. А в окопе, наверное, нет. Там не так будет комфортно в окопах, чем в депутатском кресле. Понятно? Поэтому они не хотят выборов, не хотят выборов, не готовы к выборам. Понятно, не готовы тоже к выборам, потому что телевизора нет и все. Но еще раз говорю: то, что они хотят, не хотят, это их дело. А история может распорядиться по-другому. Причем эта история не дальняя, а ближняя история это буквально дело месяца полтора. За развязка близко, кульминация уже наступила. Ми вже в фіналі війни, тому прийдеться йти на вибори в марті, в юмаї, в, в апрелі. Ну, вибори в першому по первому цього року не будуть. Ну нового года, 24 го року не будуть. Вадим Юріч, хто може або що може змусити українську владу а, все ж таки піти на вибори? От ви говорите, що розв'язка близька. Це да. західні партнери, це ну не знаю, там український народ. Хто саме? Перше. люди во-вторых Запад а он не будет помогать авторитарной власти ага. или не демократическая власть а, как, а что он скажет общественному мнению у себя дома в Америке в Франции Британии в Германии они же демократию как бы поддерживали украинскую против автократии а еще буду говорить что у Путина есть выборы и важно там как они там смоделированы, смоделированы и так далее но они будут 17-го, по-моему, марта назначены выборы, да, Совет Федерации да, назначил да. выборы. Так? А в Украине демократии как бы нет. Ну, и что же война? Ну, война на фронте. Там военные здесь в Киеве не ведутся. Ну да, в Одессе тоже есть проблемы. Там бомбят. Иногда. Сейчас меньше, раньше больше. Там порты блокированы. Ну, мир, город там мирной жизнью живет или нет? Ну, рестораны, рестораны, кафе закрыты или как? Mm. Все закрыто? Все ушли на фронт или как? Нет. На фронте воюют, да, воюют, там, 1300 400 воюют на фронте. Ну что, это, это что, большой электоральный, скажем так, массив какой-то? Да, конечно, есть проблемы с теми, кто на Западе. Ну, это можно, тоже решить можно, все. Но еще раз говорю, Запад будет давить дальше. Э, люди тоже будут... Ситуация в стране плохая, тоже она будет давить. Потому что лучше пойти на выборы, переизбраться, получить новый мандат доверия и дальше уже действовать с новой легитимностью, как это сделал в Армении Пашинян. Проигрывали войну Азербайджан. Нарекания были, в отставку орали уходить. Никаких перемирий, в отставку. Митинги шли на площади, там президент, где президентская канцелярия, премьерский кабинет министра и парламент. Бегали за ним, он скрывался три дня. Пашинян. В кабинет его премьерский Зашли митингующие, протестовальники и так далее. Там сидели, устроили шабаш. Дебош а, и да, шабаш. Это, 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 это Было, но, но он пошел на выборы. Досрочные выборы. Выиграл досрочно выборы. Все, у него развязаны руки. И вывел страну из кризиса. Потому что ну, война ой. это всегда кризис. Тем да. более война, которая проигрывается. Которая не выигрывается. Война это всегда кризис. Поэтому и тут так же будет. Должно быть но... так. Для того, чтобы мягко, без потрясений... Без разного рода новых майданов, которые губительны будут, губительны будут в нынешних условиях, выйти из этой сложной полосы, полосы сложностей, кризисной полосы и так далее. И еще один момент, который будет влиять на выборы. Ситуация на фронте. Ну, Если так. Россия будет наступать, что делать дальше. Мы, конечно, хотим перейти в оборону, заморозить войну, хотя надо было это делать год назад, как я и говорил. Неоднократно говорил, что все не будет. Надо сейчас уходить в оборону, подготовить хорошо оборонительные рубежи, а не вот так вот с четверга на пятницу или с пятницы на субботу. Ну а ладно, не слышали, бог с ним. Но ситуация на фронте так может, может способствовать тому, что придется тоже как-то решать вот эти кризисные ситуации. Вадим Юрійович, я хочу повернутися саме до заложного з того, що ви почали да. А, да. на цьому тижні? Ну по задуму, ілі по завданню президента заложний Умеровим повинні були презентувати план, комплексний план мобілізації. Ну про це mm. йшла мова ще 24 листопада. листопада. Що стоїть за цими вимогами президента, і що можливо ви чули про цей план? Бо депутати говорять, що деякий план по мобілізації лежить на столі президента ще з червня місяця. Це про пониження віку тих, кого мобілізують, і все інше. Угу. Так про що йде мова? Ну, смотрите, мова йде про перше: треба ротацію провести воєнну. Полтора року воюють. Ті, хто в частью жили сталися. Полтора року воюють. Значить, треба ротатися, люди устали. Значит, кем заменить? Значит, нужно, нужно пополнение новое. Это первое. Во-вторых, надо укреплять оборону. Россия будет наступать. Россия же не остановится. И ее не устраивает заморозка войны. А год назад еще устраивала. Можно было договориться. Устраивала в Стамбуле. В апреле, в марте 22 -го года. О чем поведали нам Арахабия и другие. Так? А сейчас не устраивает. Значит, надо пополнение Это два. Третий момент. Тут э, есть еще и как бы такая скрытая конкуренция, переложить это все на, верховно, на главнокомандующего вооруженных сил. Потому что раньше военкоматы, эти, ну, как там называется, ТЦК. центры, так, ТЦК, да, они подчинялись э, главкому сухопутных войск, Сырскому. В связи с скандалом, где инициатор, ну, точнее так, где хедлайнером скандала был Одесский военко. Борисов, да, если я не ошибаюсь? Так, 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 сам Борисов. Так, да. Вот на гребне этого скандала переподчинили эти цк непосредственно главнокомандующего вооруженных сил Залужным. Теперь он ответственный. Как он проведет? Предыдущие мобилизации делались из рук вон плохо. Раз. Мы видели эти все скандалы и движение уклонистов, так называемое, сейчас тоже будут сложности. Почему? Потому что даже больше сложностей будет. Потому что люди привыкли уже к мирной жизни. Да, стреляют, да, бомбят. Но война где-то там. В Херсоне, там, в Абдеевке. Для большинства украинцев это где-то далеко. Знаете, а тут в Киеве, в Одессе, в Днепре даже, в Харькове, не говоря уже о Львове и Ужгороде, пожалуйста, мирная жизнь, что теперь с мирной жизнью куда барби идти, освобождать Крым? Но это не, не, не та мотивация. В 22 году была война по необходимости. Враг стоял у ворот, столицы, все висело на волоске, как говорят, можно было потерять государство и страну. Отстояли государство и страну. Да, территории некоторые оккупированы, аннексированы. Но теперь уже война по выбору можно выбирать, замораживать. Вы же не можете заморозить, допустим, войну, только идти на капитуляцию, если у вас стоит под вашим кабинетом или там в Киеве на площади, на площади в центре стоят какие-нибудь танки, вражеские, так и ли там 40 километров. От центра Киева стояли Грады, Смерчи и так далее. А дальность полета вот этой реактивной артиллерии 70 километров. То есть можно было тогда вообще-то как бы и отбомбить все. Мы выиграли время тогда, мы выиграли, сохранили страну. Но, и люди пошли, шли. Я помню, видел это все в Киеве. Шли добровольцами, шли в военкоматы, требовали автоматы у властей, дайте власть, мы хотим защитить столицу, защитить город, защитить свою землю, свои дома и так далее, своих детей, свои семьи, кто не уехал. А теперь это провокации уже закончились, знаете, Они могут, нет, если бы сейчас я уверяю, возле Киева стояли бы опять вражеские войска, то же самое было бы, пошли ну, бы. На счастье Но их сейчас немає. нет смысла. Правильно, правильно, поэтому война по выбору сейчас, не по необходимости, а по выбору. Есть такое разграничение войны по выбору. Ты можешь выбирать перемирие, заморозка. — Но мы не можем это убрать. Это может убрать только влада. А подождите, людей не, не, подождите, подождите, подождите. Подождите, влада, влада. А Мархаммед сказал, что референдум может быть. А -а -а. Придется выбирать. Вот на... Поэтому надо или референдум, или выборы. Для того, чтобы люди сказали, что дальше. Либо кого-то избрать того, кто говорит, я знаю, как победить. Я знаю, как обороняться. Я знаю, как решить вопросы войны и мира в Украине. Это один человек. Другой скажет, нет, я за перемирие. А третий скажет, нет, воевать до победного конца и будем дальше идти на Крым, на Севастополь и так далее. Вот и выбирайте из этой. Кто выиграл, тот и будет. Дальше продолжать. Либо переговоры о перемирии, либо продолжать войну, либо наступать и дальше на Крым, там, на Севастополь, невзирая на многочисленные жертвы. Но это выбор людей. Вот и все. Ну, Поэтому давайте... я еще раз говорю, вот это про выборы, это, это про выборы. Вот что, для чего выборы нужны. Не для того, чтобы кого-то поменять, а кого-то не поменять. А может Влада сделать референдум замість выборов? Скажем так, чтобы перекласти ответственность на, ну, скажем но... так, народу. Да, да, могут, могут это сделать, но тоже неправильно. А чего они должны прятаться за спинами людей? Вы политики, на то вы вас избрали. Для того, чтобы вы думали о государстве, о государственном интересе, как его реализовать, государственный интерес. Люди же, скажем так, не являются большими экспертами в области военной политики. Но, да, само военные власти делают. Да. Само а само так процесс. спрятаться? А если люди скажут, например, вы понимаете, как политик вы понимаете, что наступление сегодня невозможно, оно чревато большими потерями и жертвами, поэтому надо перейти в оборону, как сказал президент Зеленский. Я полностью с ним согласен. А народ на референдуме скажет, нет, надо воевать. Хотим Крым. Хотим Крым. Хотим Крым. Хотим до границ 91 -го года и дальше. И что? И политики что, должен как бы понимая, что это губительный на данном этапе выбор, он что, должен сказать, что нет, тогда все, я слушаю волю народа и буду идти на Крым, невзирая на жертвы и на то, что можно проиграть. И потерять. Даже те территории, которые сейчас контролируются, потому что если у вас нет э, нас, э, сил для наступления большого, вы потерпите, скажем так, неудачу военную, а враг а, а перейдет в контратак, перейдет в контрнаступление. Вот и все, не дай бог. Поэтому, понимаете, легко сказать, пусть народ решит, а мы в сторонке постоим и примем волю народа. Как народ сказал, так и есть. Скажите, а кто такой народ? Кто это? По фамилии можете мне сказать, кто такой народ, чтобы он сказал. Ну так маніпулювати думкою народу просто не непрофессиональная политика, Знаете, да, совершенно верно. А ось народ... що до і... є... да. Да. про оборону. Вот да. вы декілька разів да. вже згадали, і президента mm -hmm. і про це, до речі, і Залужний говорив в своїй статті ще в економіці. Конечно, да. Он сказал, что на фронті пора по... переходити до оборони. А ось да. скажіть мені, будь ласка, якщо вони зараз про це говорять, е свідчить це про те, що росіяни можуть піти в новий наступ, саме а в вони, вже йду, вони вже йдуть. Це масово наступлення. Ну, масований вряд ли так, тому що вони не хочуть масовому. Тому що тоді Україні опять будуть допомагати нам. Вони хочуть такому ползуче, такое тихо, скрите, але ползуче і достатньо. ну, скажем так, серьезное наступление. Они будут, конечно. Поэтому надо идти в оборону. Они не хотят, они же ну, не глупые люди. Я же говорил, да. они могли бы они не только порты, не только порт бомбить. Так? А и, скажем так, и жилые кварталы, так, по-серьезному, как говорит, как в Израиле, как в секторе газа. Но зачем это? Задача Путина состоит задача в том, чтобы лица расцепить декаплинг, так называемый, Запад и Украину, чтобы Запад не помогал Украине. Чтобы к войне сказали, вот она там закончилась, война в Украине, там тихо, ну, там то там какие-то идут бои возле какой-то Абдейки, там возле какого-то Купянска. А война уже все. Главная война это Израиль, Газа и так далее. Вот на это надо сосредоточиться. Вот в чем их расчет. Поэтому если они сейчас будут вот такое большое-большое наступление, зачем? Чтобы опять снаряды шли в Украину, 155 миллиметров, а не э, Израилю, в сектор Газа туда. Американцы, что снаряды 155 калибра, миллиметрового калибра, они же в Израиль поставляют, вместо нас. Вот, вот в чем, поэтому в этом, в этом и сложность, и хитрость, и коварство врага. Опасно расчетливые люди, они дураки. Да мы так привыкли, скажем так. Ну, понятно, это эмоциональная такая реакция, она может быть и оправдана. Так что придется сейчас переходить к новой тактике кооперативному, э, кооперативной ситуации новой. Это надо рыть траншеи, рыть окопы. Вот мобилизованные могут и заниматься этим. Так что кто там? Будет спрос на машинистов, экскаваторов, там разных землеройных машин и так далее, чтобы вырыть вот эти большие траншеи, несколько уровней траншеи для того, чтобы предотвратить наступление России поделись. и, не дай бог, и потерю еще новых территорий. Вадим Юріч, ми з вами да. декілька місяців тому спілкувалися, ми говорили uh -huh. якраз про те, що є мотивація, а є мобілізація, і мотивація працює краще. Зараз це вже зрозуміло навіть mm -hmm. на місцевому рівні, коли там додаткові гроші пропонують новобранцям. Але да. а, чи а, якісь нові методи, чи бачите ви а, ось в цьому випадку, а, про що може йти мова ну, в контексті мобілізації? Я Но вот эти 20 тысяч, которые в Одесский горсовет, да, по-моему, там так. мобилизованы. Это что, цена жизни? 20 тысяч гривен. Скажи, это что, цена жизни? Надо хороший контракт зарплата, контракт мобилизовано, чтобы он получал хорошие деньги. Чтобы семья потом, что не дай бог, случится с воином, ранение. Мы же знаем, какие в каких ситуациях, так вот, ранения какие. И сколько это стоит по врачам. Ну, не всем же там удается там, попасть в какой-нибудь американский или немецкий госпиталь. Вот. Поэтому это все кот наплакал. Понимаете? Это все даже как-то, ну, ну, с одной стороны, вроде да, там 20 тысяч, тех, кто призвали. Но это такая отмазка. На, получи и утрись, как говорится. Ничего это не решит. Люди же прекрасно понимают. Но не стоит жизнь, рисковать жизнью за 20 тысяч гривен. Когда они видят, как другие, те же политики, те же депутаты, как живут, какие в схемах, на каких машинах ездят, какие машины покупают во время войны, как ездят за, по заграницам во время войны, на курорты и так далее. Поэтому для того, что если нет мотивации, потому что война по выбору, Одно дело защищать там, Одессу, а другое дело освобождать Крым. Или идти на Крым. Поэтому эта мотивация сейчас, к сожалению, вот эта духоподъемная, скажем так, патриотическая мотивация, сегодня намного меньше, потому что война другая. Эта война уже не за то, чтобы сохранить Украину. Она сохранена, сохранилась, уцелела. Да, ранения, да, конечности некоторые утеряны. Территория, имею в виду, там, 17%. Но организм-то, тело живое. Да, подраненное, говорится. Фунфу, немножко, так сказать, болезненное пока. Но, но есть. Так одно дело, когда ты защищаешь себя, тело свое. Другое дело, ну, когда там, надо идти на Крым. Другие ну, скажут, ты... а да зачем мне рисковать? Рисковать жизнью идти на Крым. Поэтому надо дать контракт. Найти деньги. И дать хорошую зарплату. Вот 100 тысяч гривен минимум для того, чтобы люди шли воевать. Осознанно, нацеленно зная, что эти деньги получит семья, что эти деньги, возможно, будут потрачены в том числе и на лечение потом, да? или купить землю, или квартиру купить. У многих свои проблемы. Да. Скажи, будь ласка, скажи, будь ласка, ось я хочу повернутися до інтерв'ю Арахамії, котрий згадав, що про березень перемови Стамбулі ще в березні 22-го року, mm -hmm. і вже багато про це говорили, коли прилетів Джонсон, прем'єр Британії, тоді і сказав, що ні, за стол переговорів ви не сядете, mm -hmm. бо в нас на вас, ну скажімо так, інші плани, ось зараз. Чи не може втрутитись, ну, наприклад, та же Британия, и сказати, пацаны, ні, в нас такі інші планы. Ну, сейчас уже дураков нет. А где ж Джонсон сейчас? Он що премьер-министр? Ну, є Кэмерон. Правильно, ну, Кемерон. Ну, Кемерон не премьер-министр, он ну, министр пьер... на дел. Да, МЗС. Да. да, и вот это вот разговоры, я понимаю, для чего это Рахамец сказал. Ну, и что, что приехал? Это где-то на бумаге написано. Какой-то договор. Это несерьезно, что приехал какой-то человек, даже премьер-министр Британии на тот момент, и сказал, воюйте дальше. И мы пошли воевать. Даже если он там обещал, ну где это написано? На какой бумаге это написано? Вот обещания были бумага? Мы обязуемся. В течение пяти лет Украине помогать только этим, 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 этим. Столько-то денег. Бумага подписана, подписана. Все. Мы идем, вот они сейчас дают же меньше нам. Вот американцы хотят сократить на 20, до 20 миллиардов помощь Украине на 2024 год. Из требуемых или затребованных Байденом 64 миллиарда. Так, а сейчас и меньше дают сейчас, понятно. И мы сказали, подождите, а вот же на бумаге. Есть написано, что каждый день или там каждый месяц мы должны получать столько. В обмен на то, что мы дальше воюем. Ничего же, ничего же не сделал. Сказал и улетел. А где теперь? И улетел, а потом с поста улетел. Должности премьер-министра. И что? С кого спрашивает? Джонсона, так он не премьер-министр уже. Поэтому, еще раз говорю, вот эти все, это, понимаете, детский лепит. Да лучше бы же молчали. Молчал бы, Арахами. Что приехал, сказал, воюй, а мы пришли воевать. Я понимаю, что надо, надо было, может быть, воевать и так далее. Я не ставлю под сомнение выбор. 22 году, в 2022 году, в апреле месяце. Хотя считаю, что Стамбул хорошая была сделка для Украины. Ну, учетом последующих событий. Что пошло? Так, а может быть, еще убедимся в этом неоднократно. А, я понимаю. Но дайте, договор должен быть какой-то, а не устное заверение. Ну так, і на останнє, знаєте, кажи, будь ласка, на ваш погляд, чи є у когось зараз в Україні, я маю на увазі, чи у президента, чи у главкома залужного, чи, може, ще у когось, чи у Єрмака, якесь бачення, чим саме повинна закінчитися ця війна. До якої саме точки ми повинні дійти, щоб її закінчити? Ні, ну всі хочуть перемоги. А Битіна що таке 95... перемога? Вийти на границі 91-го року. освободить Крым и все оккупированные территории. Ну, вот победа. Но она невозможна в ближайшем будущем. Понимаете? Точнее я буду про но, но все, поэтому э, в том-то и дело, что нету пока никакого наброска плана Б на случай неблагоприятных сечений обстоятельств на линии фронта. А надо бы уже сейчас подумать как запасном варианте. Так было в наступлении, когда наступали, тоже считали, что вот весенне летнее наступление 23 -го года приведет к полному разгрому России и так далее. А был план Б. Наступление начало целый год шло почти. Начиная с 4 июня, а сегодня 2 декабря. И только к 1 декабря появился план Б. Роем траншеи. Создаем оствал. Восточный вал, или восточную стену. Переходим в оборону. Надо задумать сейчас, нельзя исключать нельзя исключать варианты, разные варианты. Дипломатические, военно-дипломатические, военные, и так далее. Война как раз это такая, такое время, когда дипломатия должна быть наиболее активной, а не наоборот. Что-то думают, что если война, так все, дипломатия не нужна. Но как раз наоборот, так разве нужна? В общем, надо решить. Я, я считаю, что если власть или там, политический класс не решит вопрос войны и мира в 2024 году, в первом полугодии, это надо решать в первом полугодии 2024 года, не должен дать план войны и мира. Войны или мира план мира, план войны, как угодно можно это назвать. Потому что как можно воевать, если ты не имеешь Для чего воевать, если ты не знаешь план? Если ты понимаешь, допустим, что э, военная победа невозможна, в ближайшее время невозможно освободить Крым там, и все территории, значит, надо быть более, большими реалистами и подготовить другой план. За перемирие, замораживание или каких-то паузу стратегическую, либо вообще, как в Корее война закончилась в 1953 году без каких-то там условий. Просто линия фронта заморозилась и все, стала границей. Между границей Южной и Северной Кореи. Или Ирано-Иракская война в 1988 году. Ну, не Корея, все воювати, она и не все. сама заморозилась, в Корее втрутились американцы в, в этот процесс на дипломатическом уровне. Ну и тут фактически. тоже, ну, правильно, и, а тут что, втрутились, тоже, тоже втрутились. Но они будут это решать, исходя из хода избирательной кампании и итогов выборов. Президентских выборов в США в, марте, в ноябре 2024 года. Ну что ж, будем придет, чекати, придет, придет, будем... придет, например, если Трамп победит. Это же поменяет все-таки ситуацию. Может поменять, поменять. Понятно. Поэтому надо ко всему быть готовым на той политике, чтобы не прятаться за спиной народа, а продумывать вот эти все, ну скажем, не самые хорошие варианты. Но политика, особенно во время войны, это всегда выбор между, хорошим, между плохим и очень плохим. Хороших вариантов сейчас уже может и не быть. Но надо подумать о самом оптимальном варианте для того, чтобы все-таки положить конец насилию, войне и начинать отстраивать мирное будущее Украины. Люди тоскуют по миру, люди хотят жить, так. а не годами, десятилетиями воевать. Они хотят жить нормальной жизнью. Опять будет сезон тут туристический mm. в Одессе, сорван, да или как? Опять пляжи будут закрыты, опять мины будут там болтаться. Ну, пора уже как бы Одессу вернуть к тому, чем она была. Жемчужиной море. Ну що ж, на цій позитивній ноті я yeah. пропонуюсь на сьогодні завершити нашу бесіду. Дуже yeah. дякую, що знайшли час і yeah. вийшли нас до ефіру. Будемо ну, очікувати на краще. Дякую, yeah. Вадим Юрійович. До нових yeah. зустрічей. Дякую yeah. вам.